И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Радекс, Мистер Ликс, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Всем доброго времени суток. Ребятушки, давно у нас не было классной рубрики, самая топовая на моем канале, аниматроники пугают охранника. Но сегодня будет два аниматроника и два охранника. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Так, я захожу. Я там посидел, выждал немножко. Да ё-моё, ты чё хочешь? Минус 50 хп в реальной жизни. Дураки, но вы сильно пугаете нас. Вот это не жестко. Я успел. Отлично. Тащим. Видите, ребята, вот ключик у нас есть. Мы можем пойти этим ключиком до кнопки туда. И заполнить нам энергию назад. Так что если у нас будет уже садиться энергия, мы сразу побежим. С двух сторон. Вообще мощная. Так стоит. С этой стороны можно открывать, никого нету. Отлично. Ух, слава богу, хоть немножко дает нам подышать. Прям сильно. Я нажал кнопку. Ребята, напишите в комментариях, успел я нажать кнопку или нет. Может, он нечестно меня убил? Волк, смотри, какая морда. У тебя жопа, получается, не пролазит. Да. Эй, ты че нам тут свои жопы суешь? Пришел серенький волчок и укусит за бочок. Открывай с этой стороны. Успею, ребята. Я должен успеть. У нас свет включен, надо свет отключить. А энергия же просто. А, он там? Не знаю. Ну-ка, что пока. Значит, подожди, я посмотрю. Так, никого нету, да, можно открывать. Нету, да. Я вот лучше сюда поставлю. Тихо. Дурачки, что ли? А меня не увидел. Ой-ой. А! Я успел нажать кнопку. Энергия не пополнилась. Надо с ключом идти. Вот ключ лежит. Хорошо. О, пей ты его, хорош тут лазить, нам полы вымазывать. Ими ногами грязными. Тихо. А? Хорошо, будет хорошо. О, пополнилось. Я успел. Все, да, ребята, да, у нас полная энергия. Они, видите, два аниматроника не рассчитали. Кстати, надо опять нажать кнопку, и энергия будет садиться. Пока если энергия не садится у нас сейчас бесконечно. Ну да, все на месте стоит. Давай, закрывай дверь. Ой, извини. Извини, я не хотел тебя убить. Все отлично. Все, не открываем двери, просто выживаем. Психует. Очень сильно. Давайте камеру поклацаем. Так, это у нас левая с этой стороны. Ой, нет. А ты, блин, нажал, а? Ну хорошо, я запомню твою физиономию. Вот это, кстати, у него злой режим. Видите, какие у него глаза прям стрёмные вообще. Так, пошел вон отсюда. Посмотри, это, кстати, очень быстро взял аниматроника. Он нереально быстро. Видишь, мы по камерам теперь видим, кто где идет. Ой, сейчас, минутку. Давайте с этой стороны. Отлично. Стоит и смотрит в камеру, представляете, какой? Ждет, чтобы мы двери открыли, но я двери открывать не буду. Опа, обиден, не обижайся. Все, иди на зарядку. Его нету. Давай еще раз поклацаем с этой стороны. О, телефон, нету. Алло. Это мой фонарик, кстати, смотрите, просвечивается на камере. Да я успел нажать двери. Ну я успел! Ну как так-то? Ну что ты делаешь? Я же успеваю! Хорошо. Пришел с правой стороны. Вот это быстрый. Ты чё, Супермен? Ой, их там двое. С левой стороны открывай, никого нету, отлично. Давайте это отключим сразу. С этой стороны, если будет кто-то идти, мы увидим. Я скажу, когда закрывать двери с левой стороны. Я правильно кнопку держу, это мало ли сейчас не будет. Мы проиграем вдвоем тогда. Это мгновенная смерть. Пришел. Я увидел тень его. Я увидел. Невидимки был. Так. Сейчас мы что-то придумаем. Получается, этот ключ не нужен. А для чего этот ключ вообще туда? Да так, по приколу. Может, комнату какую-то секретную открыть там, да? Не, это чтобы это. Вам до генератора попасть. Ой-ой-ой-ой-ой. Молодец, что закрыл. Давайте с этой стороны посмотрим.
Я генерал, я завел нам энергию. Посмотри, там полная энергия. Да, да, да. Я опять завел ее. Это угар, ребята. Посмотрите, смотрите, что делается. Да блин. Идет, 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 идет. Блин, такая страшная, у нее ноги прям блестящие. Да, еще ждал. Ну, давай. А ты меня не видел под столом, что ли? Это прикол. Я, короче, под столом там сидел и включал энергию. Он выключает, а я включаю. Главное, что, ребят, у нас опять энергия полная. И все. Ну все, давайте теперь мы заводить не будем, попытаемся прожить максимально долго. Все, я понял. Ты что здесь делаешь? А ты что? Ушел, а щенок вонючий. Быстро говорю, Ушел, отлично, отлично. Да пошел вон отсюда, щенок. Какой-то вонючий тень. Майо, хорошо, все, ничего не говорю. Блин, я их боюсь теперь, он тут может появиться в любой момент. Да, ой, блин, извини. Да пош... Хорошо, хорошо. Давай, вылазь, тебе будут по башке бить. Энергия садится. Давайте поклацаем камеры здесь. Эй, ты чё орёшь? Правой нету. Здесь нету. Здесь нет. Здесь нет. Открываем, короче, двери. Будем сейчас открывать двери с тобой. Угу. Всё, мы открыли двери. Ну что, давайте. Дверь открыта. Да я пошутил, аж махал тебе. Нет, не надо открывать. Ты не понял? Я не понял. Надо было договориться с твоими жестами. Если я махаю нет и говорю открывать двери, значит не открывай. Да, да, да. Что с тобой? А, я думал, ты заглючил. Оверлы. У меня просто оверлы все время включаются, не выключаются. Бывает, бывает. Ну и что ты тут глаза свои вонючие выпучил? Я ушел. Отлично. Открываем дверь. Я если что успею. Так, 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 никого не вижу. Все хорошо. Какие-то звуки стрёмные. Да я же успел опять. Смотрите, я даже дверь его убил. Я просто... Да что за аниматроники бьют на расстоянии вонючие? Все, опять смотрим. Видели, как насколько быстро дверь научился закрывать? Просто за доли секунду. Ну, конечно, взял очень быстрого аниматроника. Опа, 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 опа. Идет, я лучше закрою, потому что знаю, маринетка может в любой момент очень быстро начать идти. Смотрите, голову... А, это маску в руках держит. Стремная, стремная. У него маска как-то через стенку проходит немножко. Она, короче, нам кланяется. Представляете, насколько уважает нас аниматроник? Кланяется. Покланяйся, покланяйся. На колени. Так, давайте здесь поклацаем камеры. Нету. Мы можем открывать с правой стороны. Да я махаю нет опять тебе. Да блин. Я тебе уже говорил, нельзя так делать. Ребята, угарная серия. Надеюсь, наши ролики поднимают вам настроение. И вы не забудете поставить лайкосики и подписаться. Это очень важно. О, ля, кто ездит. А я не могу телефон взять? You should not pass. Руки засунь свои, галимые. Все. Открываем. Отлично, отлично. Так, энергии у нас еще хватает, все хорошо. Так, ну блин, да я не успел. А вот тут я не успел. Это просто, он такой быстрый. Это он стрёмный. А где еще один? Эй, вы щенки, что ты мне сделаешь? Что, давай, иди сюда, давай. Кто, давай, кто быстрее, ты или я? А, успел, я успел, я успел. Блин, на помп меня взял, я думал, он все-таки побежит быстро. Это как дуэль у нас, ковбоев. Только охранник аниматроника, он успеет добежать, я должен успеть закрыть двери. Я таки смог. Отлично. Стоит, стоит. Идет, 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 идет. Успел, я успел. Отлично, отлично. Ну что,
Я быстрее! Засунь свои руки назад! Иди! Ты нам двери уже выпачкали своими руками металлическими. Так, здесь у нас тишина. Там стоит аниматроник! Он зашел! Он зашел! Отвали! О, нет! Блин, это тень была! Жестко замочил нас. Так, у нас энергии еще половина. Надо пытаться двери как-то открывать и выживать. Так, никого нету, все, стою. Ты давай слева, а я с правой. Выглядываю в коридор там. Угу. Успевать будем в любом случае. Ай-яй-яй-яй. Закрывай, закрывай! Да ну, ну дверь же закрылась, а! Что за читерские аниматроники нам попадаются, а? Отлично. Выживаем дальше. Какая тишина сразу. Ты, наверное, думаешь, двери лучше не открывай, да? Чтобы не сливаться. Прям сильно нащимят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ааа, не успел, не успел! Ну это было эпично. Ладно, я не буду заводить больше. Блин, это мощно было. Что, своего убью? Давай. Давай, иди отсюда. Лосось. Лосось вонючий, карась нагатый. Я, короче, сейчас включу энергию. Три, два, ой. Блин, он догадался, что я не там. А что ты на столе стоишь грязными ногами? Ой. Мы же там кушаем. Да я залезу. Смотри, смотри. Застрял. А я не могу так убить. Убил. Ой. Эй, карась. Ой, извини. Давай. Эй, молодец. Ау. Эй, отвали. Я говорю, не мешайте нам. Эй. Нам экран запачкали. Вот это жесть. Все, улетел. Сразу понял, что я сейчас замочу. Так, все, ребята, пол энергии села. Вот это она садится, ну нереально быстро. Просто вообще улетает. А. Вот так ты, значит, заговорил, да? Хорошо, хорошо. Хорошо. Ладно, все, не буду убивать. Эй, хватит тут летающий гусь. Давай, выйди оттуда. Они же думают, зачем мы связались. Охранники разозлились очень. Ну что, сейчас вот сядет энергия, смотрите. Это она улетает. Просто тает на глазах. Не, не могу убить, так не могу. Очень хочется. Смотрите, как они злятся. Так они нам должны радоваться, что у нас энергия садится. Все, села энергия. Иди. Так, встал. А если я на правую кнопку нажму, что будет? А ну-ка, отойди, отойди от угла. Ой, блин, не хотел. Ого, пятно осталось. Я вот так сделаю. Ой, а ты тут куда? Ай! Так, садится. Так, хватит тут свои шапки подбирать. Используют анимацию, ребята, чтобы к нам зайти сюда. Так, может, это красная черта будет? И энергия сядет. Еще один. А ты смотри, вы поломались тут все. Энергия садится у нас, а они ломаются. Да. У них аккумуляторы не рассчитаны на такое длительное время. А ты смотри, я. Так, садится, садится. Сейчас второй забирай, будет шапку тоже. Смотрите, что делает. Плохо, что нельзя шапку забрать. Они, короче, по очереди, да? Ребята, это удар. Давайте вставать. Еще анимация так. О, привет. Да, одновременно. Все, сейчас смотрим. 5 секунд медведи. Осталось до конца энергии. 5, 4, 3, 2, 1, 0, пуск. Нет, не села. Еще внизу там. Не, внизу не будет идти, она вот до конца стола обычно доходит и все. Ну да, это, наверное, просто линия. Все, все. Ай, блин, мы сразу убили. Я так скрутился уже поверх. Вот это раскрутило. Короче, по сегодняшним выводам можно сделать, что
Аниматроники выиграли охранников, так как мы очень сильно сливались, и даже они нас много раз обманывали. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Форум, Гусанек, Васаби. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Ребятушки, сегодня у нас очень классная рубрика, которая залетает на моем канале на миллионы просмотров. Аниматроники пугают охранника. Картов на в 3, я буду играть за аниматроника и мочить жестко пацанов. Если пять кушайте, приятного аппетита, и мы начинаем выживать. Пацаны могут, кстати, прятаться в шкаф. Слепит, слепит, слепит. Все, 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 красиво, красиво, мощный фонарик. Я ухожу, я понял. Все, ушел. Ослепили меня. Стрелять буду. Очень классная анимация у аниматроника, мне не очень нравится. Звук, как будто я кого-то убиваю, на самом деле я никого не убиваю, но сейчас буду. Это как бы начальный уровень. Сейчас за Фокси? Да, это начальный уровень, пацаны. Вон он. Где? Вы не видите, что ли, да? Ну давай, давай. Вот он, вот. А я вижу ваши фонарики, очень классный этот мод на фонарики. Прям луч такой дубелый. А сами не работают фонарик? Да. А ты, блин, слепит. На тебе. А, вы будете надо мной издеваться, да, Саня? Хорошо, сейчас, пацаны. Да. Сейчас. На улице гром такой, офигенно сделано. Форум, знаешь, что я вспомнил? Что? Ты в кибитка не ходи. Я взял аниматроника, который уже не слепится. У нас есть оружие, мы тебя не боимся. Пока бы надо было искать. Где он? Батарейки же были разные. Ну, ты в глаза посмотрел. В глаза нельзя смотреть, я убийца. Я смотрю. Вон он. Я иду. Вы должны успеть запрятаться или убежать с офиса. Арбуз. Читер. Вот таким быть. Это обход аниматроников. Они ходят по карте и проверяют, знаете, как охранник обход делает. Он на лифте. Я на лифте. Давайте. О, я в подвале, я тебя жду. Я сегодня, ребята, не буду использовать быстрый бег, чтобы у пацанов было небольшое преимущество. Потому что если я буду еще шифтом бегать, я их просто всех буду наказывать и мочить. Форум, давай сюда. Где? Как ты впечатался красиво! Головой в стену влетел, просто нереально мощно. Это что за лабиринт такой? Расстрел Димы. Че, он убежал уже отсюда? Ой, есть! Красавчик. Меня убил. Все по фен-шую. Нашел тут покейсер. Вы должны прятаться. То есть, если вы так будете в открытую бегать, я буду мочить. Или на большом расстоянии держаться, или прятаться должны. Отлично, убийца идет. Без руки, поломанный, наказывает всех. Кого ты там наказываешь? Всех и вся. Мы тебя будем наказывать. Давай. Форум, давай. Он за углом. Давай. Я за углом круглого дома, пацаны. Подожди, Саня. У круглого дома нету. Есть контакт. Прям поцеловал тебя, поцелуй смерти. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Если вы хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд. И даже можете попасть в ролик при желании. Это было очень примитивно, я вижу этот мод. У него скин такой, знаете, когда хищник такой, знаете, полупрозрачный, но видно. И даже сквозь стены видно, да. А мы в подвале. Да, я иду. Правильно. Я иду. Ух ты, ё-моё, вот это лупануло. Это я. Ты с чего стреляешь? Это что, бомбовик какой-то? Бомбовое ружье? Нет, это как гранатами стреляю. Да? А это ты? Ах ты жопа. Нифига себе мне откидывает. Саби, короче, там тебя мочит. А, Саня, смотри, что можно взять. У меня уже жизни нормально вынес. Попался. Красиво, ладно. Я тебя замочил. Ну, попытка хорошо, этот,
произошла, такое. Потому что жизни ты потратил у меня нормально так. Ты у меня потратил 900 жизней. Ого, это было обратно. Ты сам себя... А, я тебя убил. Ну, ты сам себя убил. Смотри, вот там нет. Какой у тебя хп? Я вызвал. У меня хп... Ай, блин, R нажал, и у меня 10 тысяч сбросилось. Я так понял, что R нельзя нажимать. Я буду вас ждать тут, пацаны, пока вы зайдете. Вам ловушка сделана. А мы сейчас бомбу скинем в лифте. Давай, давай. Подожди, а где бомба? Отлично, ребята. А вот Гусанёк слился. Огнеметом хотел меня поджечь. Я иду. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце мы сделаем очень мощный ядерный взрыв. И я еще буду брать разных аниматроников. Еще моего друга убил, я тебя сейчас за это буду убивать. Я? Где убил он? Твоего друга? Да. Я и тебя убью. Терпит. Ай, ай. Ой-ой-ой, пацаны, вы где оружие такое мощное взяли? Это что, охранников новый вид оружия повыдавали на работе? А это я, короче, частным, короче, сам по себе купил с пенсии. С пенсии. Тихо. Ничего себе, у тебя пенсия на дробаш хватило. А не дробовик. Ой-ой-ой. Фантомёт. Не фартануло. А ты чё сзади подходишь? Ты хочешь меня ножичком убить, да? Ай. 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 Ой, молодец, красавчик. Не. А ты... Ребята, мне ничего не нужно делать, они сами себя убивают. Это класс. Плохой человек. Да чем я тебе плохой человек? Выйди, Дима, выйди из-за угла. Ай. Неплохо, неплохо. Ну так что, дальше будешь идти только на этих, на словах? Я вижу, вы там бомбу уже наставили, вижу красные лучи. Ой, ой-ой. Правильно, форум, туда его. Молодцы, молодцы. Так, я в подвал лечу, чтобы вы меня сразу не убили. Тут чувствую... А, вы решили, что я сегодня должен сливаться, да? Да, ты же... А я буду злиться. Объем. Я буду очень злиться. Так нет, Дим, ты только на слова. Давайте, пошлите, работает ОМОН. Ну, Фокси взял фонарик, давай. А, фонарик, свети мне. Ай! Ты меня зачем убил? Опа. Я выжил! Идем дальше. Попытка номер два. Один, у меня фонарик. Yes. Да, все, я Фокси не yes. буду брать. Я поддался специально вот сейчас. Смотри, без два шаров пока что. А не, давайте. Мне нравится, но это прикольно. Это ж разогревочка только. Вы что думаете? Вы так будете всегда делать? Я вас буду мочить. Злой режим активирован. Там если вы меня будете мочить, я буду shift использовать. Вы чё, вы же жесткие такие прям. Нет. Где Дима? Аля. Я боюсь. Вы чё, офигели? Я сейчас уписываюсь, где Дима? Ты что, на меня ссать хочешь, ты шо? Нет, не на тебя. Я специально несу уже недели, чтобы тебя обоссать. Таня, еще раз вызовешь лифт, убью. Они меня не видят, это очень классно. Конечно, темновато здесь в подвале, он но все равно. Не, не, я видимый, он, я видимый, я видимый. Он точно не в подвале. Говорите на своем ноу-клипе, да, читер вонючий. Увидите на записи. Вот именно увидим, как ты влетаешь. Ну, посмотришь. Саня, подожди, дай мне сюда зайти. Ай-яй-яй, кто стреляет? Саня, у тебя один хп. Вот это огромно улица, как всегда. Когда я... Наф, сюда идет дождь и гром. Саня, ты только не взрывай. Дим, да ты... вот в прошлый ролик Дима я... Дима вызывает, я понял. Благодаря одной штуке с Entity, называется противотанковое орудие. Хочешь повторить? Не надо, оно тут... А ты не умеешь им пользоваться. Ой, я забагал. Дима, я забагался. Софт. Опа, вы там бомбу положили. Ах, вы хитрые. Подожди, я знаю, как это сделать. Смотри, не взрыв... Саня, ты дурак. А ты Дима вызывает. Это я вызываю лифт. Дима, вызовешь, я сейчас спущусь, я лицо сломаю. Ну давай, давай. Ой, я придумал. Лицоломатель, давай, я тебя жду. Подожди, форум, выйди. Нет. Ты дурак, нет. Я надо подготовить. Что там творится? Это нереально что-то. Я понял. А что у тебя не получилось? А что у меня не получилось лицо мне сломать? Опа. Бля, я сейчас...
Блин, они там что-то такое делают, ребята, очень жестко. Подожди, Саня, ничего не делай, ничего не делай. Ах ты тварь! Все, все, я понял, пацаны, шутки окончены. Вот сейчас я начну злиться сильно, я вам серьезно говорю. Вот это вы сейчас зря. Все, пацаны, у меня очень сильно разозлили. Подожди, Саня, не вызывай лифт. Я кое-что готовлю. Скоро надо. Дима, ты что, ел? Я буду мочить. Это все. Я взял киборга-убийцу. Давайте, пацаны, кто сможет зайти в комнату? Давай. Ты попал, Эрдуа? Нет, нет. А вы шары на расстоянии стреляете, это же буду вас мочить. Вот теперь, ребята, это мой домик. Никто сюда не зайдет. Никто не сможет просто. Видите, что творится? Видите? Так, двери, дверь электрическая. Ты не успел. Я прочитал твое, это что сейчас по-любому зайдет. А где Дима находится? Да ты чё? Вот он, в коридорчике. Ой-ой-ой, как они шары гасят. Ну что, Дим, ты меня разозлил. Ха-ха, так ты своих мочишь, а не меня. Ребята, хорошее место, да, у меня? Отличнейшее просто. Я, кажется, понял, где он. А где, где? Нет, не тут. А он в подвале, может быть? Нет, я наверху, сразу говорю, я не в подвале. В смысле не успел бы, он может такой, он стал, видите, ха-ха-ха, блин, говорит, где он спалился, ой, я спалился. Не в подвале, а в вентиляции. Ай, ой-ой-ой-ой-ой, надо валить, надо валить. Он у нас в вентиляции. Да, я был. Ха-ха-ха! Класс! Так, сюда проползаем. А я вижу его! Ух ты! Неплохо, неплохо. Ай! Ай! Вот это они там чудят! Вот это вы психи! Как они меня хотят, ребята, убить! Я свои убиваю! Ха-ха-ха! Это же классно! Я тебя не убиваю! А вот ты! Что там, пацаны, убили или нет? Не получается? Там, он в той дыре. Смотри, Саня. Нет, нельзя. Ну, короче, я знаю, где он. Я сейчас кое-что хочу подготовить и позвать куда-нибудь. Вот это класс, ребята. Ну все, у меня очень имбовая нычка. Ты в подвале? Нет, я не в подвале. Вы видите на записи, вы офигеете, где я. Угу. Значит, ты софт, я так и знал. Правильно. Ты чё заглядываешь в шкафчик? Я не разрешал тебе в шкаф заглядывать. Форум, спустись. Отлично. У нас в шкафу это читер? Да, Дима, я в шкафу. Спустись в подвал, поговорим. Я иду в подвал, пацаны, всё, иду, иду. Ну что, давай, давай поговорим, давай. О, давай. Давай, ты только на словах. Саня, уйди. Уйди из-под прицела. Саня, ты такой дурак. Боже, это круто. Как вы друг друга мочите. Он в подвале? Да, я уже в подвале. Подождите, дайте я залезу. Ничего не вызывайте, Саня, я тебя убью когда-нибудь. Тот шар бы все равно в двери не пролез бы, ну никак. Ой. Ой, красиво шар пролетел. Как они меня хотят убить, сколько шаров запустили. Все мимо, пацаны, не попадаете. Это сейчас только себя убьете. Я в подвале, увидишь. Я в подвале, 100%. Под невидимкой? Нет, я беру сегодня аниматроника, который невидимку и не умел, не умел у них таких возможностей. Саня, хватит вызывать. Вот это они психи. Вы что там делаете? Что у вас такое там? Это моя пушка. Вот зачем вы себя убиваете? Вот скажите. У меня сегодня охранники самоуничтожаются. Нет, это не вентилятор. Ой, а что это было? Читер. Дима, ой, форум, где он тебя убил? Ого, вы у меня жизни. Ползает. Вы у меня 4000 жизни вынесли, представляете, какие? Не мы, а я только.
Смотрите, пулемет. А ну-ка, Дима. Ого, строчит. А ну-ка, думаешь... подойди. Подойди, папа. Папа. Папа пуси. Ух ты. А! Обманываешь. Да вы психи. Вы психи. Да как с вами играть? Как? Все, я взял марионетку. Теперь я очень злой. Очень. Псих? Псих. Я тебя увидел. Я конченый бегите. Ай, попал шаром. Дима, зайди в кабинку. Захожу. В кабинку зайди. Ты чё, через стену убиваешь? На баню. Увидите на записи, а не через стену. А ты удалил пулемет, ты зараза. Да, правильно и сделал. Да это он вентиляция, так и знал. Отлично, ребята, ну просто отлично. Ой, я так могу еще тут зашкериться, мне вообще не видно. Вот теперь они не узнают, где я. Дима, смотрите. Спустись в подвал. Иду в подвал к тебе. С удовольствием тебя замочу. Саня, я что-то сделал, я тебя убью. Отлично. Я как раз в подвале заспавнился. А кто лифт вызвал? Под пулеметом лифт вызывает. А так можно разве? А? Ты чё, офигел? Питер? Вот это я красиво пацанов нагнул. Подожди. Тут твой пулемет тухлый стоит. Чуть не взорвалось. Ай, помогите! Есть! Да вы неадекватные какие-то сегодня! Вы неадекватные. Ты меня уже 7-8 раз убил. Дима, впустись ко входу. Иду. К кибитку охранника. Иду. Так спуститься или подняться? Да вы... Ай, блин, насколько вы мощные. Короче, все, ребята, это тот ролик, когда охранники просто растерли в порошок аниматроника. При том, что они не использовали ни пригвождателя, ни какого такого прям мощного оружия. Все, пацаны, вы молодцы. Вы победители сегодня, вы меня выиграли. 100%, безоговорочно. Я все-таки... Я вам в следующем ролике не буду поддаваться. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас Гусенек, форум Васами. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Вы написали, ребята, в комментариях, чтоб я поиграл за аниматроника в рубрике «Аниматроники пугают охранника». Если хотите кушать, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Так, сегодня я буду пацанов очень жестко пугать. Кстати, я взял аниматроника, который бьет на расстоянии. Я думаю, вам будет очень весело. Получается, одна малейшая ошибка, и вы втроем будете умирать. Так, ну да, что, давайте буду пытаться вас обмануть. Есть! Пацаны, извините, не успели калитку закрыть. Кстати, этот аниматроник медленный. Вы не сказал, что он медленный? Да, не сказал бы ты это. Ты берешь, как обычно. Так, ползем. Это как бы еще первая ночь. Если они будут прям жестко уметь калитки закрывать, то я буду вторую ночь им включать. Где там? Опа. Я жду. Подождите, у меня аккумулятор сел. Сейчас. Батарейки вставь. Ой, странно, кстати, на правую кнопку мыши нажимай, батарейка заряжается. Что? Включается. Зря ты ходишь здесь. Ребята, ловите свой труп вонючий там. Отлетел чувак. Он нам не нужен. Да, не надо. Ну, это печально. Он идет. Так, вот я вижу. Один раз. Успел. Так, теперь начинаем бегать. Проверим, как они с помощью бега будут закрывать. Дверью придавили своего. Молодцы, мужики. Добавляете мне убийств. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Мы выпускаем офигительные веселые ролики каждый день. Пуля в живот. На тебе. Это хорошо. Я вам сейчас буду устраивать здесь. А ага. Ты его сами. Вот, понял. Бежит. Сейчас другого аниматроника возьму, сейчас подождите. Вот это, блин, я по ящике ногами ударился.
Он сабин бежит. Ой, я знаю, мне страшно. Он там ползет. Не бойтесь, не бойтесь. Ползет, да? А у вас там камер нету, да? Вы не можете смотреть, где я? Не-а. Вон он. Ой-ой-ой, вот так, значит, ты со мной. Хорошо. Да. Правильно, правильно, правильно. Ты дай тебе. Все, я ушел. Да мы знаем то, что за углом. Нет, без а я же могу быстро... Я же тебя невидимый стал и ушел. Угу. Что ты врешь? Мы знаем... Дим, ты в городе можешь фонарики посветить и видеть, что ты там. А как вы это видите? Он ну там? Вот, посмотри. Это баги. Это баги, это фича. Это не баг, а фича. Вы же знали, что я сижу за углом. Зачем вы открыли дверь? Нет, это обманный маневр. А, я понял. Свет выключись. Свет отключили, хорошо. Так, взял такого рахита. О, давайте звуки повключаем. Я ж могу звуки включать разные. Ой-ой-ой, это читерский. Ой, ой-ой-ой. Так, стоп. Не берите там ничего. Ой, я знаю, чем я буду. Сейчас буду забывать. Он еще телепортируется, вообще жир. Эй! Эй. Открывайте калитку! Че ты такой фиолетовый? Я заболел, у меня немножко этот... Я пирожки стукшие съел, у меня по фиолетово. Стоять! 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 Молодцы! Молодцы! О, хорошо, я буду вас убивать, когда я буду прям заходить в офис. Не буду с краешку убивать. Стойте по углам. Да это вы сами. Да чё? Я тебя сейчас убью. Вы на форумы. Давай, ой, блин, а не ту кнопку нажал! Не ту кнопку на. Эй, где я? Что со мной? Эй! Нет. Извините, извините, обстоятельства, но я зашел. Читер. Вас читер. Трое! Вы можете красиво же играть! Чего вы как читеры? Ой, рахиты играют. Я скин случайно поменял. Офис да, маленький, да? Мы тут ступимся. Да. Давай, вылезай. Ну чё, где я, как вы думаете? Вот тут вот, я ж тебя вижу. Как ты, а как ты меня видишь? Я просто так сказал, вот тут вот. Смотрите, вон я там напукал. А ты... Вот он ползет. Увидели, увидели. Я хотел по крысе, да, знаете, так залезть. Он на той стороне, он там, он на той стороне. Ой, как я умер. Я крикнул, и ты умер. От испуга. Охранники что же люди, пугаются. А, вы начинаете по мне стрелять? Хорошо. Стоять! Стоять! Отлично, ребята, отлично! Сюда упал, смотри, я умею его отвечать. Иди под стол. Иди под стол. Че, офигели меня бить? Правильно мы делаем. Ребята, аниматроники сегодня жестко обманывают охранников по красоте. Так эта рубрика будет называться «Аниматроники обманули охранника». Подожди, стой, Саня, он идет? У меня рук нету, смотрите, у меня прям проволоки торчат с рук. Вы сами бесишь меня. О, молодец, молодец, молодец. Вы молодцы, ой, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Не спавните. Ребята, они именно умные пацаны. Хорошо. Да подождите, вы не спавнитесь. О, открыто. Так, я не буду прям сразу бежать. Ну сейчас я знаю, это Васаби, ты только опять меня не стоп, пожалуйста. Смотри, форум лишний. Так, ты чё, офигел? Васаби лишний. Привет! Я знал, что ты будешь бежать. Он за углом стоит. Я за углом, да-да-да. А, ты третьего лица, я забыл. Он идёт. Он идёт к вам, пока вот там. Ты вот тут, ты врёшь. Уже вот сюда идёт, вот он. Привет, дядька. Все, убили, убили. Сейчас батарейки вставлю. Ой, встал. Дима. Ой-ой-ой, вот это, кстати, ты зря сделал. Вот это зря. Я бы на твоем месте уже бежал бы прямо сейчас. Тихо-тихо-тихо. А где? Кто сюда? Где ты? Тихо-тихо. Есть. Читер. Читер. Сквозь стены. Как ты? Это сквозь стены? Ты просто запах издаешь конченый, я его по запаху тебя нашел. Это Васаби издает, а не я. А ты офигел! Я бы не гагал.
Иди, все, я тебе. Привет. Дима, ну, я вообще-то тебе помогаю, я их. А, хорошо, хорошо. А сейчас скин как у него возьму, ты ничего не поймешь. Да Хорошо, хорошо, пацаны, мне нравится. Прекрасно, прекрасно вы играете. Это мой суть. Вы чего офигели? Это ты офигел. Что ты даун? Что ты делаешь? Все, успокойтесь. А чё вы деретесь между собой? Вы же должны объединиться. Это васаби против просто. Меня. Вы чего? Это они меня бьют. Ай, 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 ай. Саня, иди на ту сторону, пожалуй. Ты это... чё, офигел? Саня. Он идет. Теперь. Да закрой. Мне нравится, 5 человек кнопку жмут жопами. Трое какие-то человек. Иди отсюда. Зайди в офис. Все, один убежал. Убежал? Он больше не знаешь. Стоять! Стоять! Дима, тебя обманули. Привет! Головой об стенку, хорошо ты упал. Ты чё? Иди я сюда. Кто оружие иди использует сюда. Без меня? На! Я... Да ты... Сдолбал. Дай пройти. Иди. Так, тут никого нету. Хорошо, хорошо. Саня, все, да, там смотри. У нас бесполезно. Пацаны, вам гитара никому не надо поломанная? Мне нужна, а, пожалуйста. Дима даже меня не за... А где ты? Привет. Ой, это вообще аниматроник не блин. Ай! Ай! Распумарься. Он идет к тебе, Саня. Если я не ошибаюсь. Ну тогда он за углом стоит. Он ждет. Да, Дима! Крыса! Так я. Как это крыса? Да ты сидел там. Хорошо, давайте буду тебя убивать, когда буду в притирку. Так будет по-честному. Да, согласен. Ну, а то ты читер. Ну это же была легкая ночь, теперь сложнее пошла. У меня все наоборот. А вот теперь на! Ого, пацаны, тут уже этот. Кто-то понос свой на столе размазал. Это я. Да? Чтоб после да. ролика мы же взяли в аренду, все поубирал здесь. И позаметал постараюсь. Полы от своего носа. Ребята, настроение отличнейшее. Не забываем влепить лайкосик. Обязательно. Я тебя увидел. Я тебя увидел. Нет. Ну, увидишь на ролике, ты такой, как из говна был прозрачного. Зато прозрачный. Дим, когда ты, кстати, будешь монтировать ролик, у тебя будет очень много сюрпризов. Опа. Дима, ты не хочешь обернуться? Не оборачивайся. Вижу, вижу, вот вижу. Стоять, 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 стоять. У меня аниматроник медленный, я не могу. А, я срежу. А умный. Притирку убил. Все по-честному, когда. Ага, теперь ты иди сюда. Это ты закрыл. Ай, ха. А, так вот значит. Я сейчас тебя убью. Да, вот так вот. Правильно. Так где ты? Блин, тут еще карты надо темновато очень. Не дай пройти. А знаете, что за углом, Дим? Что? Да, какие? А, нет. Стоять! Стоять! Ах ты, стоять! Стоять, я говорю тебе! Нет! Стоять! Ну, отлично, ребята, отлично! Тихо, васаби, иди обратно. О, тут еще кто-то больше крема размазал красного. Давай. Эй, блин, уперся об стену! Давай, давай, давай. Я тебя увидел, прозрачная морда. Где ты? Я ж тебя видел. Ты показалась. Все. Тактика работает. Подожди, подожди, где он? Он уже тут где-то видел. Тебе показалось. Да? Наверное. Я его вижу через несколько стен. Вот он тут. Опять срать пошел. Я через стену. Ты на ролике увидишь, что тебя прям видно. Кстати, когда говоришь невидимку, как-то через стены просвечивается эта штука. Видно, да? Недопиленный этот режим. Ах ты читер. И успел, успел. Хорошо, буду атаковать тебя сейчас сильно. Кручу, мучу, обмануть хочу. Так, хорошо. Так, берем быстрого аниматроника. Увеличиваем сложность, другого пака берем. О, маленький чилипиздрик. О, балунбой.
Да он жизни не отнимает же. Ну да. Давай, ты хороший. Убивает, смотрите, убивает. Дима меня и не убил. И не убьет. Стоять, стоять! Он вроде крутой. Опять ты свои... На тебе по попе. Тихо. А, я не могу телепортироваться, понял. Так, я выглядываю, я знаю, что кто-то тут ходил. Да. Нет. Что ты такое? Я испугался. Я сам сказал, да, ты кто-то ходил. Нет. Дима читер. Все, это мой офис, теперь я здесь работаю. Как вы зайдете? Вы никак не зайдете. Все, пацаны. Дима. А мы туалеты заняли, у нас выгодно. Ну ничего страшного. А, туалет, я иду в туалеты к вам. Мы не в туалете. Вот так. Это не админский. Это был не админский. А что это было? Я тебе не скажу. Это вся наша злость. Злость? Тихо ты. Стоять, я уже за обычного человека хочу убить. Стоять. Вот у нас еще есть. Они в туалетах, честно. Ого. Ну видите, какая голова? Я вообще аниматроника вот не брал в этой рубрике. Спринтрапа, да. Я закрываюсь. Дима, ты офигел? А что вы срете опять мои туалеты? Мне потом после ролика после вас убирать? Ну ты меня сквозь стену убил. Учись. Чё учись, ты читер? Ого, у меня тут брейкдансер стоит. Танцуем! А чё ты ходишь? Ну, 500 хп, можно его убить. 500? Да. А! Ай! Ах ты жопу увидел! Yes! Играть учись! Ой, я и своих поубивал. Играть учись, уграть. Ну, уграть учитесь. Так, ребята, кто у нас тут сейчас? О, из аниматроников есть. Я галимый, галимый. Сейчас. Во. Ой, что-то я застрял. Ой, прикольные звуки издает, когда идет. Ой. Чё? А чё? Ты чё за оружие у тебя такое? Выкидывают меня за карту. Ты чё, эй? Застрел. А у меня жизни сколько? 10 тысяч. Опа, чувак, там... Ну вот что, дискотека, что ли? Да, у нас это танцор за деньги. Я иду убивать танцора. А чё меня вкидывает этот... О, молодец, спасибо, что ты убил. Тихо. Ты быстрый! Я мощный, быстрый! Стоять! Забираем у тебя. Блин, у меня так ходит, он цепляется, блин, за эти все столы вонючие. Ой, ой, Саня. Саня, открой эту дверь. На. Дверь. Ой, прикольные звуки издает. У него 4К, по-моему. У меня осталось 6 тысяч. А, 6? Давайте войну против меня устраивайте, давай. Войну? Только ты аниматроника не меняй. Не, не буду, не буду. Где он там? Там, там, в части. Ой, ай, ай. Да вы задрали. Ай. Спасибо, Васаби. Ай, да блин, что за оружие, которое вас... Да вы что друг друга мочите? Это Васаби. Это не важно тоже. Васаби, давай вместе. Ай-яй-яй, я в комнате, мне там больно. На тебе есть, как-то из-за угла. А вы не читер оружие такое использовать? Я не выйду оттуда живым. У меня, кстати, очень мало жизни осталось. Ай-яй-яй, да что он на расстоянии это оружие бьет? Так, блин, красная граната. О, в углу, кстати, не дамажит, когда я стою. Не дамажит эта граната. А, горю, горю, горю. Ай-яй-яй, я в другую сторону отойду. Так, надо как-то подловить. Давай еще раз выйди за дверь туда, я тебя убью. Давай. Есть! Он лоу хп-шный, лоу хп-шный. У меня вообще мало жизней. Очень мало. Вот я сейчас одну идею придумал, только не злись на меня. Я сейчас бомбу я закину. Хорошо, давай. Есть!
Вы когда там стоите, вот так выглядываете, мне легко вас убивать. У меня осталось 1000 жизней. Сами, подожди, подожди, не надо бомбу, подожди. Угу. Дима, ты до сих пор там? Да, 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 я в углу стою. Он ушел оттуда. Ха-ха, у меня там и не было никогда. Ха-ха, я вас обманул. Под полете, значит. Да что ж ты делаешь? Где это читеры? А вы не можете, да, мне найти? Я не буду говорить, где я. А мы тебя найдем. Димки на сцене стоит. А, блин, нашел! Сейчас где? Отлично. Дима, ты где-то? А пути? Что это за оружие у тебя, замораживающееся или что это? Нет, она детей делает, в прямом смысле слова. А, ты хочешь меня в ребенка превратить? Да, хочу. Я тебя за это убью. На, я тебя все равно убью. А, я понял, где Дима сидит, подожди. Я его слышал, он в нашем коридоре. Я ее уронил. Вот он тут, в нашем офисе. Есть. Я буду детей делать из дверей. А что ты с дверями? Я вот, я мутант, здорово, я убью вас всех. А, я бегу! А, все, пригвоздили! Да ты задрал! Ты задрал! Отвалите! Гвозди, пропадайте, гвозди! Дима, последнее слово. Он убежал? Он улетел. Читер! Ну нет, нет! Помогите! Гори, гори! Ай, жопа! Я не могу дома. Чего не могу дома жить? Есть могу. Бомба! Нет! Нет! Да! Бомба, нет! Ай. Да! Ну блин, а вы издевались надо мной? Так кто кого убивал? Вы меня или я вас? Друг друга. А, ну все. Че, победила тогда аниматроники? Хотя с годом, нет. Нет, я тебя победил. Ребята, напишите в комментариях, кто победил, аниматроники или охранники? Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Тихий. Ты можешь играть? Ты можешь играть?